В детстве, наверное, каждый чем-нибудь увлекался. Один был радиолюбителем, другой до седьмого пота занимался физкультурой, третий запускал в небо крылатые модели. Кого покорила фотография, он с тех пор не расстается с аппаратом. Кто вечерами пропадал в драм-кружке? Ну и многие, конечно, любили возиться с животными. У нынешних ребят возможностей для интересных дел и занятий еще больше. А у тех, кто живет в городе Симферополе, есть такое, о чем их родители и не мечтали. Нет, это не веселые аттракционы пионерского парка. И не поляна сказок с Витязем Русланом и ученым котом. Это астрономическая обсерватория, построенная здесь специально для ребят. Каждый день спешат сюда юные и серьезные люди, и перед ними открываются горизонты великой науки. Некоторые думали поначалу, что их сразу поставят к большому телескопу, и тогда они непременно сделают какое-то очень важное открытие. Но, глядя на небо неопытным глазом, не узнаешь ни звезд, ни созвездий. Василий Васильевич Мартыненко, сам с детства увлеченный астрономией, сумел и ребят увлечь изучением ее по книгам, справочникам, картам, в которых они теперь свободно ориентируются. И коллекция минералов в библиотеке не лишняя. Здесь среди земных камней осколки небесных, метеоритов. Рисуя изо дня в день карты неба, запоминая положение звезд и созвездий на небосводе, в любое время года и суток легко найдешь их при наблюдениях. А вот питомец Василия Васильевича, Сережа Ощепков, в телескоп их обсерватории сумел даже сделать открытие. В созвездии Лебедя обнаружил новую звезду. Сережа учился тогда в 8 классе, а сейчас он студент Ленинградского университета. Лебедь, рыбачьи сети, Магелланово облако, голова коня, возничий, Млечный путь, Арктур, Антарес, Альтаир. Стихи и музыка звучат в названии их звезд, туманностей, галактик и созвездий. Красивая наука астрономия, полная загадок и тайн. Без телескопа их не разгадаешь. Можно его выписать, купить. А разве не интереснее сделать самому? Но это непросто. Из толстого стекла надо целую неделю вырезать заготовку зеркала. Потом тщательно ее вытачивать. Шлифовать и шлифовать вогнутую поверхность. Вот так, как показывает Николай Васильевич Кудрявцев. У новичка на это уходят месяцы. Получилось ли зеркало волшебным?
испытывают по методу Ронки и Фуко тоже самодельным прибором. Оптика – точная наука. Вышло зеркало кривым, начинай все сначала. Не у всякого в 10-12 лет хватит на это терпения. Некоторые бросают и уходят. Но тот, кто выдержал характер, уже у цели. Осталось измерить фокусное расстояние и добыть нужные длины обрезок водосточной трубы. Николай Васильевич – человек мальчишками уважаемый. Сам страстный наблюдатель неба, он и большой умелец. Оптик, механик, столяр. Сделал с ребятами не один телескоп. В башнях обсерватории стоят, конечно, не самодельные телескопы. Вот полярный, солнечный, подаренный крымскими учеными-астрономами. Кто не слышал о пятнах на солнце? Здесь ребята видят их воочию. Наблюдая происходящие с ними изменения, они словно чувствуют горячее дыхание светила, от которого на Земле зависит погода и урожай, наше здоровье и настроение. А вы держали солнце на ладони? Созерцание неба пробуждает фантазию, заставляет работать воображение, рисующее картины далеких, неведомых миров. Наверное, поэтому появляются среди ребят и свои художники. Чаепитие здесь. Приятная традиция, когда можно отвлечься от дел, посидеть всем вместе, поговорить о разном. Без чаепития не обойтись перед ночными наблюдениями. Не все родители сразу поняли, ради чего их дети должны еще и ночами не бывать дома. Ночью, когда открываются створки купола, и глаз приникает к окуляру, наступают самые интересные, любимые астрономами часы. Сияющий звездами небосвод объединяет маленьких астрономов с их самодельными телескопами на балконах и крышах, больших ученых в солидных обсерваториях, штурманов кораблей и самолетов, прокладывающих путь в ночи. Время словно останавливается, и человек остается наедине с бесконечностью Вселенной. Старинная генуэзская крепость в Судаке на берегу Черного моря привлекает к себе и отдыхающих, и туристов. Но это не туристы, а научные экспедиции Симферопольской юношеской обсерватории. Ребята приехали сюда для работы по заданию ученых. В
В астрономии необходимы постоянные наблюдения за Солнцем, звездами и другими космическими объектами. Задача экспедиции – изучение структуры радиантов метеорного потока Персеид. Место это очень подходит для наблюдений. Горный воздух чист, прозрачен. А до захода солнца еще есть время поговорить, посмотреть вокруг, подумать. Миллиарды лет назад в черной пустоте мирового пространства из горячего пламени ядерных реакций родилась Вселенная, звезды, галактики и наша Земля. На ней постепенно возникла жизнь с бесконечным разнообразием удивительных форм. Человек, постигая мир, сопоставляя великое и ничтожно малое, вот уже сотни веков задумывается о своем предназначении. И вот они поделили между собой небо. У каждого свой сектор. Метеорные тела, мельчайшие остатки комет, врываясь в атмосферу, испаряются, оставляя светящийся след. За эти короткие секунды надо успеть определить траекторию, цвет и яркость вспыхнувшего метеора, записать в планшет. 28. Номер? 29. Номер? 45. Номер? Так, до утренней зари, не сомкнув глаз, пролежат они под сказочным дождем падающих звезд.